Хабатони Манана, сегодняшняя наша хозяйка. Счастлива, что и мне немножко грустно, и у меня много разных ощущений по поводу сегодняшнего вечера. Я актриса, которая работала в этом театре последние 6 лет существования этого театра. Меня привела сюда сама Софико Джаурель. Я знала Софико с детства по роду профессии. Папа моего, он был режиссером себя, свои профессии. Я снималась вместе с Калбатони Верико в одном фильме, но дружба моя началась с ней, вот с прихода моего в этот театр. Последние 6 лет. И вот когда я готовилась, я жутко нервничала, зная, что у меня предстоит встреча с вами по этому поводу. Я думала, очень много думала, как начать этот разговор. Во-первых, я не могла себе представить, что я когда-нибудь и в ближайшем будущем окажусь в роли такого путеводителя в ту ретроспективу, которая для меня была, ну, частью моей жизни совсем недавно. Но раз это произошло, я такой допустимый вариант фильмов, спектаклей, уже не очень оригинальный, 2 финала и так далее. Несколько начал я точно нигде не видела, не слышала. Я когда готовилась, у меня получалось все время несколько начал. Но их и разные начала. Но эти несколько начал объединяло, знаете, один факт, который с какого бы угла ни начали, он оказывался центром события. Это поцелуй. Первого свидания, на месте которого построен дом, в котором мы сейчас. И поцелуй, который длился больше 100 лет, и который сейчас свое земное пребывание, так сказать, и логическое, закончил на горе Тацминда. Это то, что материально мы видим, а духовно, незримо, этот поцелуй длится, пока существует Микуша, его семья, пока существуем мы, люди, которые интересуются творчеством, пока существует театр, вообще пока существует Грузия. Эту часть Тбилиси будут помнить, любить и интересоваться. Как уже можно сказать? Вошли 2 молодых человека в этот дом. И созрели из них великолепные мирового масштаба актриса, которая вошла в 10 лучших актеров мира, утвержденной нет, где она рассказывает, и, как говорит, мы играем нашу жизнь. И она рассказывает о своей семье, играя, проигрывая какие-то моменты. Я решила, что дальше то, что буду рассказывать вам, я позаимствовала и взяла буквально цитаты из этой пьесы, потому что и к этому мои эмоциональные воспоминания будут просто подсознательно ложатся на это. И я решила так вам рассказать, как начинался этот спектакль, а начинался он так, многоуважаемая публика, девочка родилась, девочка в доме 2 балаганщиков, после 2 мальчиков родилась, наконец, девочка, которая так же, как ее родители, стала балаганщицей. И прекрасная профессия, все можно говорить, что думаешь, все можно говорить и всем. И быть или не быть, и это не вопрос. Быть, говорила Софико, конечно быть. И 2 моих балаганщика были. Вот кавалер ордена первого вождя, лауреат ордена, неоднократный лауреат ордена 2 вождя, лауреат Венецианского кинофестиваля, кинорежиссер Михаил Чаурели
И помимо этого основатель многих маленьких театров и студий, скульптор и художник, и актер, который случайно не стал оперным актером. И, наконец, говорила, да, и основатель музыкального театра комедии, мускомедии в Тбилиси. Наконец, говорила она, мой отец Михаил Чаурель. И мама, которая была дочерью благородных родителей, так сказать, из семьи провинциальных аристократов, где мать была Бестужевка. И, кстати, она тоже была кавалером ордена первого вождя. И сумасшедший, и так далее. Там состоялся диалог, в котором было сказано в финале, так сказать, что я устрою скандал, сказал, это будет прекрасный скандал, так или иначе, во всяком случае, мотор, и пошла карусель фильмов, которые он снимал. Я просто себе положила, чтобы заглянуть, когда был первый фильм в 28-м году, в 29-м году «Саба», и потом «Хабарда», и потом «Маскарад», и потом в 37-м году Сталин признает его, так сказать, очень большим художником и доверяет ему фильм снять о себе. И он снимает в 38-м году «Великое зарево», и в 43-м году он снимает Георгия Саакадзе и засылает эти самые ленты, да, копии, засылает туда, за линию фронта, чтобы Гитлер увидел, что там происходило. Шли, как Верико рассказывала, эшелоны шли на фронт, и этих солдатов спускали с этих эшелонов, где с Казахстана шли, и на 2-3 дня расставляли на этом съемочном объекте, этих ребят снимали, потом они садились в эшелоны и продолжали свой путь туда, на войну. И вот в 46-м году, значит, читала, это было письмо, говорила Софико, мамы к отцу, тысячи слов, трогательных, смешных, наивных, понятных только им. 1982 год, 19 августа, с праздником преображения Господня, дорогой. Вчера твоя дочь вернулась из Венеции, получила какой-то приз за что, название фильма не помню, а тебя Венеция помнит, не забыла. Газеты вспоминали фестиваль 47-го года, твою фамилию, фильм и приз. Очень люблю. Третье письмо. Скажу по секрету, ты, наверное, будешь смеяться, но Тенгиз Абуладзе, кажется, твой ученик, сошел с ума и пригласил меня на роль в своем фильме. Видел бы ты эту роль, всего одна фраза, зачем нужна дорога, если она не ведет в храм. И все, скупердяй. Мог бы для меня написать немного больше, расписать роль. Но если ты против, я откажусь. Обучай. Верико писала каждый день по одному письму своему умершему мужу. Вот такие они были, балаганщики. Такими будут и такими останутся балаганщики. Так заканчивался ее спектакль. А мне хочется 4 строчки добавить к этому. Это то, что мне было навеяно этими воспоминаниями. Есть это стихотворение, кусочек из стихотворения Веллы Ахмадулиной. «Между теплицами и льдом немножечко южнее рая, на детской дудочке играя, живет вселенная вторая и называется Тифлис».